Хозяйка Семиделкин наготовила. Сейчас бежу в магазин на закупку. Тарара, 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 тарара. А вчера готовила я лазанью с песто. И такой маленький-маленький кусочек. Просто оставался манипусенький кусочек. Я положила, чтобы Алена его попробовала. Так она: «Боже, как это вкусно!» Я говорю, и мясо же нема. Заметьте, мясо нема. Такие овощи, говорю, сегодня красивые получились. Так, ананас есть, дыньку надо купить. В общем, все как всегда. Готовим, скупляемся, покупаемся. Сегодня мои поехали в Куистуру. Не знаю, примут их или в очередной раз скажут: «Придите через 2 дня, через 3». Но главное, начало положено. Так. Ну что? Магазин. Ну что, пацаны, Декатлон? Да. Система Нитель. Домой заходить чи не будем? Ну, идем проверим. Пылесос бесплатный. Будешь нам поубирать потом. Вот это через эту трубу они наполняют стены. Через вот эти все дырочки утепляют наши эти. Я так поняла, то есть снизу там сыпят, а цей сверху. А цей сверху. Ну, короче, непонятно, кто что насыпает, кто что наливает. Ну. Шо, все? Не, Кирилл, что ты робишь? Вот, по идее, должны были закрывать эти вот дырки. Ну, их запечатал Руслан. Сказали, очень качественная работа. Поэтому переделывать не будут. Все, уже дырки наполнены материалом. И сейчас их закроют. Манева танта, танта роба. Qua sì, perché va un po' in là. Ripassare il materiale. Sì. Qua essendo comunicante con la parete. Sì, di là, sì, di là, sì. Finché trova spazio va. Ok, e poi si ferma da solo o? Quando è pieno sì. Ok. Non può vernissi. Capesoncic. Та, вообще. А шорти вообще супер. Це зимня курточка, Альоні. Обігріть, ну все ж женське. Так, от у нас Кирюха. Як він до мене приїжджає, що та ти що, Кирюшенька, ну вообще ти модний. Глеба, ти вже зняв курточку? Ми ще сьогодні кросовки вибрали, просто-напросто не було розміру його. Як завезуть, то виходить... Да, я куплю. Для... Якраз під, під цвіт от цей вот... Да, якраз під цвіт таке теж зелененьким, короче, що... Вообще... Ну, в общем, красиві, дуже красиві. Ну, це теж якась фірмова курточка. Це фірмова, тут фірма. От смотри, фірма отут на да. Блембі. І головне, що віщі нові. Мені... Да, він вже зняв курточку, ну, не важно. Да, я так що так от, ми одіваємося потихоньку, так. К зимі готовимося. В двох словах, я завжди думав, що я вмію більше варити, знаєте? Ні, є український борщ, є фестиваль борщу, на якому я колись був, і є борщ, який сварила Альона. Альона, спасибо, це кавказький наш борщ, який ну просто ні з чим не зрівняти. Ви щоб його попробували хоч раз, ви б всі переїхали в Єною жити. Все, всім пока, смачного. Спать лягаємо. Ось воно, щастя. И так как нам собираются отключить отопление в этом году, вот, я говорю, может мне сделать, ну, типа какой-то климатизатор, который на горячий, на холодный воздух. А этот мужик мне говорит, ну, если ты сильно от холода не переживаешь, то есть я говорю, если у меня в квартире 17-18 градусов, меня это уже устраивает. Он говорит, тогда подожди, говорит, подожди этот год и не включай отопление. И ты посмотришь, как вот эти стены, как они будут держать.
холод, тепло. Вот сейчас только холод начнется, они мне позвонят и спросят, а как дела, а сколько градусов. А, естественно, я буду мерять. Лука измеряет этим лазером. Он говорит, хочешь, я приеду, стрельну, узнаем. Я говорю, ну пока у нас тепло, видите, я сплю с открытым окном. Решетку от комаров поставила, но комаров полная хата, потому что дети ж на балкон бегают, свет горит, комары летят. Сегодня я так глянула на потолок. Я говорю, Алена, смотри, весь потолок в комарах. Я говорю, ну что, и будем в пылесос засасывать, он сидит, я один бачу уже на потолке. Это ж он будет сейчас над ухом жужжать. Ну то такое дело, знаете. Надо, наверное, берущие в уши вставить, чтобы они не звенели. Так и грызут себе на здоровье. Вот это я прилегла, сейчас включу телевизор и ничего не буду делать. Так что в этом году, да, наполнение стен мне обошлось 1500 евро. Я, наверное, уже говорила, в Алене такая же цена получилась. Ну, в общем, главное, что к зиме приготовились. Так что, кому будет интересно за этот материал, я просто могу дать. Там Алюша спрашивала с Милана, да, или кто-то другой. Неважно. Я могу просто дать телефон этой фирмы, и можете созвониться и узнать. Что я сегодня уже оплатила, сделала им банковский перевод. Потом делаются детрационные фискали. В течение 10 лет 65% стоимости тебя возвращают. И получается энергетический класс вашей квартиры возрастает, ну я не знаю во сколько, потому что как бы квартира утеплена. Я надеюсь, что это не какая-то 50-50, а какая-то штука хорошая. Так, и Декатлон не показала. Не показала вам, как мы были внутри. Ну, в общем, вот такая вот нашему Глебу курточка. Смотрите, какие. С карманами. Карманы большие. Да, аж туда, аж сюда. И вот такая она внутри. Очень приятная на спине. То есть, я думаю, что не будет он потеть, потому что как филпированная такая вот мягенькая. А тут она целлофановая. В общем, очень приятная. Будет от ветра, от дождя. Ну, это как раз на нашу генуэзскую, я считаю, погоду будет в самый раз. Вот, за 27 евро. Я думаю, что в самый, да? Одеваем потихоньку пацанов. Потихоньку перебираю свои вещи. Отдаю Алене. Потому что у меня же вещей, вагон и маленькая тележка. Так что все потихоньку. Так что я думаю, они когда будут от меня выезжать куда-то, то уже будет у каждого хотя бы по чемодану вещей. Ну, в общем, как-то так.